Привет, друзья! Мне тут на глаза попался такой домашний квас, и я попробую его приготовить. Для этого мне понадобится 3 литра теплой воды. Я ее чуть-чуть, ну, она где-то градусов 24-30, тепленькая вода. В комплекте входит такой концентрат. Я его тоже немножко нагрел, чтобы он стал жидким. Добавляем в нашу воду. Так, друзья, аккуратненько добавляем. Он такой черного цвета. Добавляем. Так, друзья. Добавили концентрат. Теперь нам надо добавить сахар в стакан. Добавляем сахар в стакан и хорошенько перемешиваем это все. Друзья, хорошенько перемешали. Еще помешаем, чтобы концентрат перемешался хорошенько с водой и сахаром. Еще помешаем. Так. Друзья, помешали. А теперь в комплект входят такие дрожжи. Эти дрожжи надо насыпать сверху и не перемешивать. Так. Сейчас он немножко успокоится. Так, сверху как раз и так. О, он покрылся так сверху. Так, друзья. И накрыть чистой салфеткой и поставить у батареи в темное место на 24 часа. Через 24 часа, друзья, посмотрим, что делать дальше. Наш квас простоял 24 часа. Так, что мы делаем? Мы салфеточку снимаем. Снимаем салфеточку. И хорошенько перемешиваем. Так, друзья, хорошенько перемешиваем. Закрываем крышкой. И оставляем еще на 12 как минимум на 12 часов, чтобы процесс брожения усилился. Потом охлаждаем и можно пить. Посмотрим, что будет там через 12-15 часов. Друзья, в итоге прошло еще 24 часа. Прошло 24 часа, я решил подольше. По рецепту 12 часов, а потом надо охладить. Я решил подольше подержать. И где-то поставил уже наш квас, часа 3 стоял в холодильнике. Ну что, друзья, попробуем, что же у нас получилось. Так, открываем наш квас. У меня есть такая крышечка, чтобы удобнее было наливать. Так, друзья, нальем. Так, друзья, попробуем. Смотрите, какая у меня кружечка. Попробуем, что же получилось.
Ну что, друзья, я могу сказать. Вкус достаточно приятный. Ну, я бухнул туда стакан сахара. Получился сладковатый, конечно. Сахара можно поменьше, наверное. Поменьше стакан. А так, ребята, в принципе, очень приличный вкус. Так что я и не думал, что так получится. Так что, в принципе, друзья, можно рекомендовать этот квас. Холодным он вообще заходит очень хорошо.